Сержант Беккет, слава богу, вы живы. У вас, наверное, море вопросов. Я все объясню позже. Сейчас вам надо добраться до лаборатории КДП. Торопитесь и будьте начеку. Люди Беннета штурмуют здание. Не думал, что он пойдет на такое, чтобы уничтожить Рики. Осторожнее, сержант Беккет. Вы сейчас попадете в засаду. Это закрытый канал. Назовите себя. Думаю, он следит за нами через камеры охраны. Сколько еще этого мусора сжечь? До конца. Каждый. Отлично. Понимаю, почему они выбрали вас. Черт, да кто вы такой? Зовите меня Змеиный Кулак. Змеиный Кулак? Вы что, издеваетесь? Эй, я не знаю, кто еще слушает нашу беседу. Рисковать не намерен. А вам надо убираться оттуда. Противник, второй этаж. Вперед! Вперед!
Объект в лифте! Отключите его! Откройте двери! И подтяните сюда людей! Так, держи! Кажется, я приближаюсь к холлу. Там что-то происходит. Пойду посмотрю. Повтори, прием. Слышишь? Евой Аристид. Мы идем в лабораторию КТП. Там мы увидимся. По словам Аристид, нас всех привезли сюда в плохом состоянии. Но тебе досталось больше всего. Она была удивлена, что ты уже на ногах. Yeah!
это Фокс. Кто-нибудь слышит? Я слышу чей-то плач. Похоже, женский. Пойду гляну. Беккет, сюда! Рада тебя видеть. Скорее, у нас мало времени. Бегом в камеру. Док, эта штука не стерилизует его или еще что-нибудь? Я бы сейчас об этом не волновалась. Не двигайтесь. Это ненадолго. Его бросить. Не сейчас. Выбора нет. Уходим. Эй, не старайся. Иди той же дорогой. Глянь, есть необходимо здесь. Черт! Быстро тащи свою задницу сюда. И не сдохни. Я подвижу, насколько смогу.